Приветствую вас, дорогие друзья. Снова мы с вами на карте Испании и пытаемся объединить этот плод под нашим владычным. Объединить Испанию, выгнать отсюда мусульманских правителей. В общем, продолжаем. Тут у нас кто купец? А, у нас уже стоит на товаре. Так, вам пускай там стоит. А, мы же еще одну купца где-то делали, да? Наверное, здесь вот в Бургасе, нет, не в Бургасе. А может, в Бургасе, нет, здесь вот. Валладолид. Так, это кто? Это наш дипломат. Так, ну что же, завершаем мы ход. Итак, у нас снова задание, снова посольство. Ага, вон теперь нам нужно туда дойти. Так, это у нас... Это у нас Леон здесь. Опять здесь какое-то сообщение с деньгами. Ага, наняли мы купца еще одного. Бургас у нас завершено. Строительство мастерской баллист. У нас небольшая прибыль. Правда, очень такая небольшая. Давай вот на этот товар. Хотя 45 флоринов всего, ну, пускай. Так, все, купцов мы... Давайте, кстати, священника наймем. У нас, по-моему, больше... Только один вроде бы, да? И пошлем его куда-нибудь проповедовать какую-нибудь мусульманскую провинцию. Так, давайте Бургасе баллист отряд сделаем. И построим шахту, наверное. Плюс 800, там будет прибыль давать. Строим шахту. Так, вот куда бы нашу армию построить? По-моему, нам пока некуда. Мы пока ни с кем не воюем. Что у нас по дипломатии? У нас, в общем, союзники. Халифат Зарагоса и Навара. А с кем они воюют? Пока ни с кем. Поэтому пока не вступаем в столкновение. Будем ждать благоприятного пока момента. Кстати, надо быть небольшой минус планируемый казна.
Так, доклад о найме. И у нас сразу в городах закончились, построились объекты, постройки. Так, где там задание, цель? Цель, наша цель, где она? Наша цель, вот. Давайте нашего теперь священника пошлем. Где у нас? О, тут, смотри, 33% всего католичества. Это не порядок. Будем там этот порядок наводить. Здесь, кстати, тоже можно шахту построить. Давайте здесь тоже шахту построим. Будем заниматься пока экономикой, пока у нас войн нету, чтобы нам, у нас было такое довольно четкое стратегическое положение. Вот здесь тоже баллистный отряд сделаем один хотя бы. Так, ну и все ходы опять не сделали. Можно опять нажимать конец хода. Ходы у нас как-то быстро летят, просто как годы. Это кто у нас тут? Арагон. Торговые отношения, насколько я понимаю. И требует от нас 210 флоринов. Ну давайте, ладно. Заключим с вами торговые отношения. Пока что. Вообще пока будем выступать в роли такого объединительного начала для Испании. Вообще желательно сколотить здесь коалицию пока из всех крестьян, чтобы нам побороть мусульманские фракции, а потом уже будем между собой за лидерство здесь воевать. Ну посмотрим, как покатит. Пока спешить не будем, посмотрим, кто нанесет первый удар, с кого начнется агрессия. Так, а у нас, кстати, финансы-то медленно, наверное, видите, растут. Потихонечку мы здесь развиваем наши торговые связи. Здания строим для торговли. Так, вот на кто посол. По-прежнему пытаемся выполнить мне задание. Так, давайте сначала что сделаем? Она же, по-моему, это заключена в этом месте, или нет? Давайте сначала так, а потом посмотрим, откроет там нам как-то нет. Так, вот. Давайте попробуем вот так вот теперь сделать. Не, деньги, ребят, платить вам не буду. Мне главное задание выполнил и все. А как-то мне ваш, в принципе, не особо-то и нужно. Дали нам два отряда юнитов в нашу столицу. О, блин. Отдают-то кого? Самых таких. В кавычках мощных ребят. Так, наши купцы вообще развиваются, нет?
30% всего. Ладно, не буду пока рисковать. Так, это у нас замок, поэтому здесь будем развивать, делать постройки военного назначения в первую очередь. А, священника же я еще хотел. Вот давай. Давай сюда встань и проповедуй здесь. Здесь много таких. Мало, да, точнее, католиков. Поэтому будем здесь нести имя Господа, нести нашу веру сюда, в массы, так сказать. Как-то скучно, никто ни с кем не воюет, и мы никак не можем применить. Я-то спешить не хочу, потому что мод еще не знакомый, мало ли что здесь. Сейчас начнешь с кем-нибудь войну, а тут бац тебе. И удар в спину какой-нибудь. Опа, нашего зарели, нет? Ну да, походу, да, нашего зарели. С Навари у нас отношения улучшились. Здесь валы до Лиди построились у нас. Шахты. Давайте бургерс нам еще отряд баллист сделаем. Так, ну и что, давайте циркушку, наверное, поставим. Так, блин, опять купца нам надо делать. Вот эти наши союзники, они нет, их не правило. Кстати, куда тут их отряды идут? Вот это наши союзники. Навара тоже наш союзник. Ну давай, сейчас они начнут войну с нашими союзниками. Джехцио де Толедо. Не знаю, как это переводится с испанского. Ну, будем называть графство Толедо. Хотя у них мусульмане как не граф назывались, а
там Эмират какой-нибудь, наверное. Пока, значит, будем здесь готовить мы к атаке. Так, давайте, наверное, может, лучников отсюда возьмем еще отрядик сюда вот. В общем, всех у нас здесь по 4. Не считая полководца. Так, нашего посла давайте дальше будем. Пусть дальше следует территорию нашу. Потенциального поля битвы. Быстро у нас сейчас ходы идут. Неинтересно, наверное. В основном здесь пока любуемся, как ходят наши противники потенциальные все. Компьютерные персонажи. Агенты различные. Различных фракций. Ну, блин, умник. Разорил нашего купца и сам ушел отсюда. Это называется ни себе, ни людям. Подорговал тут дальше поперся. Наверное, следующую круто пошел загорять. Новая невеста, новая свадьба. Вот она свадьба. О, с Рагоном у нас отношения ухудшились. В общем-то, здесь отношения будут ухудшаться, я так понимаю, со всеми постепенно. Где здесь Португалия? А, нет, к северу, наверное, расположены. Кстати, купец более, так скажем, обделанный, чем предыдущий. Так, давайте пехотинцев сюда еще добавим. В общем, собрали мы здесь уже такую неплохую довольно армию. Тоже циркушку построим. Так, у нас здесь пахта нет, что ли? Кстати, здесь можем рыбкин поторговать. Ну-ка, сколько на рыбках мы? 37, а здесь сколько мы зарабатываем? Сейчас нет, на рыбках пока меньше. Так, ладно, пускай бурки пока сидят. Она, кстати, здесь сделалась а нет, у нас еще военный посыл, еще один ход там сделается. Так, тут у нас что? 34% католичества мы здесь смогли достичь.
нет результатов. Нет, не будем этого товарища разорять. Так. А здесь агент я не могу еще сделать? Нет, пока не могу. Уже столько ходов прошло, пока никто ни с кем даже не воюет. По крайней мере, сообщений таких не было, чтобы кто-то с кем-то начал воевать. Опять он идет. Мой какой. Ну какой умник, а? Опять приперся. Ага. В этот раз не про канала. Так, 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 у нас там какое-то движение наконец-то образовалось, да? Да куда-то вот эта вот армия идет. Ага, давайте нападать на Навару, а мы как ее союзники начнем войну. Доклады о строительстве. О, мы богатейшая держава. Приятно, приятно. Отлично, наш купец и выдержал. Семь шесть флоринов нам приносит. Так, займемся опять строительством. Ну здесь что? Посмотрим дальше по порядку. Это что у нас здесь? Сержант Ланцеро. Даже не знаю, что это такое. Компеси. Короче, походу крестьяне какие-то. Ну да. Ну, сержант, это понятно. У нас такие уже есть. Давайте построим. Так, а кстати, а кого нам здесь уже можно? Здесь что-то построили, кого здесь нам можно нанимать? Ага. Пока никого, в общем-то. А, это корабли мы, флот мы можем нанимать. Кстати говоря. Так, что у нас тут? Так, 33. Снижается там что-то у нас. Так, давайте на помощь еще одного сейчас нашего кардинала вот этого вот. Пошлем. Так, наш дипломат продолжает здесь свое путешествие. Тут у нас ни заданий новых нет, ничего нету. Так, ну давай. Будем пока ждать. Возможно, сейчас они нападут на Навару. А мы тогда пойдем сюда, вот возьмем эту крепостицу. Что у нас тут? Копеечки, ну, кстати, тоже такие довольно серьезные здесь.
И конница кавалерия. Двенадцать отрядов, плюс города 2. Всего получается 14. А у нас сколько у нас? 14. Эти баллисты еще мы сделаем. Пока у нас финансы вроде бы все позволяют это делать. Так, постройку мы сделали. Правит нас по-прежнему Рей Санчо пока. Так, ну-ка, давайте посмотрим, по территории кто-нибудь что-нибудь приобрел. Ага, вот это что за фракт у нас? Не они. И не Зарагоса, а кто приобрел? Не Рагон. Не... Кандада был в геле. Какие-то желтые, где еще желтые? А, вот. Ири, С. Непонятно, кто такие. Конечно, плохо играть в мод, в мод, где нет классификатора. Опа, первое столкновение. Ага. И все, теперь на вас будет война с Зарагосой. Нам бы, конечно, это нужно как-нибудь использовать бы. Ага, а это уже по нашу душу идет, да? Ну да, походу. Похоже, постепенно начинается здесь. Так, у нас новые задания. Союзник вступил в войну. Зарагоса против Навары. Закон чести требует, чтобы мы сражались на его стороне. Тем не менее, благородные поступки не всегда оказываются самыми мудрыми и выгодными.
Так, и кто остался нашим союзником? Навары у нас, блин. Я хотел, чтобы наоборот Зарагосы. Наш союз распался. Ну ладно. Очень жаль, что не посол. Я бы тебя послал. Так. У нас агент где что нельзя сделать? Баллисту. Так, ну что же, на этом мы нашу серию заканчиваем на сегодня. Тихо, мы сделали. До новых встреч.